В Надеждинском районе произошла серьезная авария с участием большегруза. Один человек погиб, трое пострадали. Участниками страшной аварии становятся кран с манипулятором и Toyota Carina. На месте трагедии работают сотрудники дорожной полиции, следственная группа. Разбираются в обстоятельствах происшествия, завязка трагедии. Спецтехника кран «Хина», доверху груженная пиломатериалами, направляется из Артема в поселок Соловей-Ключ. В кабине водитель и пассажир. Ничего не предвещает беды. На втором километре автодороги А-370, а в районе поворота на Соловей-Ключ, у «Хина» происходит роковая встреча с «Тойотой Кариной». Мы ехали, просто мы даже не чувствовали, как это все получилось. Это был один момент, секунды. А что тут почувствуешь, когда в тебя на скорости летит машина со встречки? Вы как пассажир видели, что машина прям летит, да, с большой скоростью? Да, скорость была где-то 100, если не больше. А вы как шли? Ну, 20 у нас груженная машина, даже мы не могли быстро ехать. Столкновение машин происходит с такой силой, что у многотонной грузовой техники срывается балка, рвутся рессоры, «Карина» превращается в груду металлолома. Основной удар приходится на пассажирскую сторону легковушки. Итог для экипажа седана, состоящего из 4 человек, весьма печальный. В результате что получилось? Кто-то пострадал, погиб? Кто-то пострадал, троих забрали в больницу, а вот одна женщина осталась до сих пор в машине. В машине остается пассажирка автомобиля. От травм женщина погибла на месте ДТП. Чтобы извлечь ее тело из салона машины, требуется помощь спасателей. Они, по первому сообщению о трагедии, прибывают на место происшествия. Работают гидравлическим инструментом. Срезают обе двери и стойку. Водитель и еще 2 пассажира седана живы, но получили травмы различной степени тяжести. Место аварии покидают в карете скорой. В салоне легковушки следователи обнаруживают недопитую бутылку водки. Предполагают, экипаж «Карины» был нетрезв. Врачи скорой склонны верить полицейским. От 3 пострадавших, чудом выживших в этом страшном ДТП, был сильный запах алкоголя. Водители пассажир «Хина» в аварии не пострадали. Сейчас размышляют, как увести с места трагедии обездвиженную спецтехнику. Большой кран уже подъехал, готов прийти на помощь своему младшему собрату. В хлам разбитую легковушку чуть позже увезет эвакуатор. Машина восстановлению не подлежит. Стоит отметить, что у погибшей женщины осталось 3 маленьких детей.